участники летнего приза в боксах. Дан старт пятой скачки летнему призу на лошадях ахалтекинской породы приняли Кучная. Замыкает Кармерген. Вперед выходит Трулер. Лошади идут плотной группой. Рулер, Гаяршах, Мубарак. Впереди Рулер. Тут же вперед выходит Парфюм Сэр, Рулер. 200 метров пройдено за 14,2 секунды. В левом повороте в борьбе пошли Рулер и Парфюм Сэр. Рулер, Парфюм Сэр лидируют. За ними Гаяршах, Мубарак. Выход на финишную прямую. На финишную прямую компанию выводит Парфюм Сэр. 500 метров пройдено за 34,5 секунды. По финишной прямой впереди Мубарак, тут же Парфюм Сэр. Мубарак лидирует по финишной прямой, вторым Парфюм Сэр. Третьим Гаяршах. Мубарак лидирует в борьбе за второе место. На второе место выходит Кармерген. Приближается к финишу Парфюм Сэр и выигрывает летний приз. Вторым финиширует Кармерген. И третьим первый номер Гаяршах.